Татнефть-арена представляет. 10 февраля. Встречай день влюбленных с Big Love Show. Сегодня в Казанском Кремле те, кто трудится в нефтяной и нефтехимической промышленности республики. Здесь и производственники, и те, кто работает в лабораториях и институтах. Альфия Сахапова почти 20 лет работает в научном институте. Изобретение, над которым они трудились всей командой, помогло сэкономить нашим нефтяникам 1 миллиард 200 миллионов рублей. Их система отделения воды от нефти внедрена почти на 6 тысячах скважин. В лаборатории сначала в стаканчиках, в пробирках что-то создаем, да, потом на скважинах. И это так даже очень волнительно. Аркадий Дыкман из Петербурга 30 лет сотрудничает с Нижнекамск-Нефтехимом. Говорит, своей наградой он обязан заводу. Ведь здесь готовы внедрять инновации и идти вперед. Это завод, который очень любит инновации, он все время движется вперед. Тот процесс, который мы внедрили жидкофазный в 2007 году, он лучший процесс получения полиизопренного каучука в мире. Среди отмеченных высокой наградой коллективная работа научных сотрудников Нижнекамск-Нефтехима и научно-производственного объединения «Еврахим» по переработке отходов нефтехимии. Эта работа не имеет аналогов в мире, и кроме экономического, мы видим и безусловный социальный эффект, подчеркнул Рустам Миниханов. Нефтедобыча в общем объеме промышленного производства составляет 22%. Обеспечивает объем отгруженной продукции 623 миллиарда рублей. Добытая в этом году, в 2018 году, 36 миллионов 400 тысяч тонн нефти. Сегодня главный акцент делается на разработке трудноизвлекаемых запасов, добыче сверхвязких нефтей. Гости, встречая в ответном слове, отметили, что между идеей и ее внедрением огромная дистанция. И преодолеть ее помогает поддержка руководства республики. Альбина Аслагараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.